Всем привет, снимаем для вас новый влог. Как вы могли понять, я была в детском мире, накупила целый пакет. Ну, там несколько вещичек мне еще понравилось, но я подумаю, нужны ли они для малышей. Сейчас я вам все покажу. Ой. Вот сейчас сами мы все будем рассматривать. Тоже хочешь смотреть, да? Интересно тебе. Первое, что я купила, это был вот такой вот мячик для Лиама, потому что, как я вам говорила, я хочу его отдать на футбол. И туда мы куда поедем, нужно приезжать со своим просто детским мячиком. Поэтому вот мы купили. Будет показывать он, что он умеет. Так, это моя повязка. Купила детишкам печенье. Ложка в ладошке. У них уже все позаканчивалось, поэтому много чего брала. Вот такое вот знайка, зазнайка. Ну, это такие животные всякие. Дальше купила для Адельки. Ой, пакет какой. Смотрите. Купила для Адельки на скидках. Это уже на лето, на весну. Вот такой вот песочник. Здесь вот открытые ручки такие с рюшечками. Тут всякие попугайчики. И такой вот он шортиками. Прикольно. Очень мне понравился. Рост 68. Кто из Беларуси брала за... Сейчас вам покажу. Вообще дешево сейчас в детском мире. 5 белорусских рублей. Так. Дальше у нас, получается, я взяла две кашки Белакт молочные. Это на ночь будет овсяная с клубникой, малиной и черникой. Лиаму и Есеньке. Так, взяла для них крем. Вот такой вот детский от непогоды. Защищает детскую кожу от мороза и ветра. Смягчает и питает. Так, это я себе взяла Мамбу Тропикс. Дальше взяла кашку детишкам 6 месяцев Хайнс. Многозерновая кашка из 3 злаков, безмолочная перед сном, слипа и ромашка. Очень прикольно, я решила, что нужно нам попробовать обязательно. Да и каши у нас уже заканчиваются. Еще взяла смесь. Смесь у нас вообще закончилась. Это Белакт, кисломолочная. Вот, с 6 месяцев это двоечка. Купила Есеньке памперсы троечку. Вот такие вот, 19 штук. Вот, с мини. Я хотела немножко другие. Вроде бы от Хаггис была серия с принцессами Дисней, но не нашла. Поэтому, ну, тут вот два замечательных дизайна. Вот, посмотрим, что за они. Сейчас распакуем с вами. Так, еще тут 3 чупа-чупса. Это мне тоже. И самая главная покупка — это горшок. Пришло время приучать детей к горшку. Поэтому я купила. Были разные, были дорогие и дешевые. Вот, я взяла средненький такой для, на первое время попробовать, что тут наклейка. А вот все, пузырь просто был. Еще один. Да, его как-то потом выгнать. Ну, ничего страшного. Вот. Смотрите, не вылазит. Ну, пускай будет с ленивцем. Вот, так что были у нас, сейчас вам покажу все, выложу здесь, чтобы вам еще раз показать, такие вот покупочки, вот, сейчас будем заниматься мы с детишками. Сейчас мы с вами откроем памперсы, Хаггис посмотрим. 19 штук, конечно, много, когда-то на скидке были вот памперсы именно с принцессами, но я что-то решила, что брать не буду, а теперь они мне стали нужны. А их уже нету. Ну, ничего страшного. Может, потом как-нибудь найду. Пока я два дизайна тут, конечно, не вижу. Может, как-то нету, понимаю. Тоже ли вы видите два дизайна, ну. Не пахнут, кстати, они вообще никак не пахнут. Очень странно. Я сейчас вытащу просто 2 штуки, остальные я уберу. Потому что это же все равно для съемок. Вы же понимаете, что они так не расходуются. Так. Ой, я 3 штуки вытащила. Ну, дизайн такой себе, абсолютно. Мне не нравится, все вам покажу поближе. Я думала, тут будет какой-то большой рисунок, а здесь вообще рисунок просто маленький. Кстати, думаю, в скором времени делать конкурс, поэтому, возможно, буду ловить призы. Эти памперсы вообще 19 штук, они просто не нужны. Короче, здесь вот такая вот мини стоит, получается. Вот. Вроде бы они не сильно большие, должны быть и синие нормально. А на втором памперсе лежит мини. Ну, в принципе, все. Вот такие вот памперсы. 15 белорусских рублей. Ну, как бы, дизайн мог бы быть и получше, на самом деле. Для Хаггис я удивлена, потому что Хаггис обычно делают очень интересные дизайны. Так, мы с Лямушкой сходили в душ. Сейчас пойдем укладываться спать. Но у нас есть одна небольшая проблемка, которую мы вам сейчас расскажем. Да, Лям, пойдем. Сейчас мы включим свет.
Опа, и пойдем. Сейчас я ляму хочу посадить на горшок, попробовать. Он на нем уже сидел, и в деревне, но мы еще не покупали, потому что я думала, что рано, но уже вот мне кажется, что в самый раз сидеть хорошо лям. Нет, ты не хорошо. Тебе нужно сесть, чтобы было хорошо тебе сидеть удобно. Ножки немножечко вот так вот. Вот. Вот так вот. Давай одену назад тебе полотенечко, чтобы тебе было не холодно. Так. Ножка завернем. Так. Держи ручками полотенце. Все, сиди. Я взяла призму, потому что Лям не может сходить на горшок. Он уже на самом деле не ходил в туалет несколько дней. Вот, и стоит сделать клизму, потому что, ну, это плохо для него, для самого. Поэтому сейчас я ему сделаю быстренько клизмочку, и мы будем спать. Иди ко мне. Горшочек пустой, да? Опа. Так. Ложись, Лям. Давай, ложись. Сейчас будем делать тебе клизму. То писец, он всегда молодец. Сейчас я помою клизму и будем одевать ему памперс. И вот я ему сделала чай. Сейчас будет пить свой чаек. Стал бояться сидеть на горшке, держится за руку. Вот, поэтому надо приучать его по новой. Лям, вставай, давай посмотрим, что у тебя там получилось. Вставай, вставай. Давай. Ух ты, то, что нам надо. Теперь будем спать. Мы наше печенье. Давай посмотрим, Лям, кто здесь есть. Смотри. Ой, упала. Кролик. Ой-ой-ой, смотри какой. Кролик. Идешь? Держи ручку, кушай. Кушай, малыш. Кто еще у нас есть? О, вот это ты знаешь, как говорит собачка. Гав-гав. Держи, тебе тоже еще. Давай открою твой чаек. Горяченький он. У нас сосочка запотела. Так, сейчас будешь пить. Ой. Держи. Упала? Ну что ты так плохо держишь? Держи, кусай. Ам. Еще хочешь печенье? Давай, достану тебе одно и будем спать. Ты уже весь чай выпил? Вот кто это у нас? Пять кролик. Какого-нибудь другого давай. О, верблюд. Точно. Держи. Кушай. Давай, печенье. Давай. Иди сюда ко мне. Сейчас будем ложиться. Вот. Так. Ложись. Сейчас мама придет и будем спать с тобой.